спорте все вызывает интерес. Мы участвуем. Ведь для нас это не просто спорт. Отбрось сомнения и играй ярче в новом сезоне вместе с Фонбет. Фрибет 5000 тенге новым клиентам по промокоду МФЛ. This is... Қандай балақ? Көше. Өткенде ар жақта қалай сөйледің, братан? Конкретно, қыздар ғана алтын тағады, конкретно ма? Сен ойнаған жоқсын ақыры, да? Ішінен айқайлағым келіп тұр, да? Эх, вас бы, вот лучше к вас бы взять и в Габонтус. Сборная Казахстана против сборной МФЛ. Коля не человек, он лошадь. Желаю вермендер ойнандар до конца, конкретно, любой начитывай там. Ассаламу алейкум, барша көрермендерге. Арнада әдеттегідей Фонбет Қазақстан Медиа Футбол Лигасы. Сегіз мықты команданың ең мықтыларының мықтыры бүгін финалда жолықты. Астана аренада Спарта командасы мен Мұзбалақ командасы арасындағы финалдық ойын бітті. Жеңімпаз Спарта командасы. Және де бүгінгі ең соңғы бірінші МФЛ-дің ең ақырғы, ең соңғы конференциясының жүргізушісі мен Жүсіп Азат, және де менің әріптесім Артем Примак. Да, друзья, доброго времени суток всем. Ну что ж, первый сезон МФЛ подошел к концу, и у нас по обе стороны стоят триумфаторы этого сезона, финалисты, команда «Спарта» и команда «Мұзбалақ». Парни, мы вас поздравляем, красавчики, еще раз давайте поаплодируем. Молодцом, как говорится, финал легким не бывает, и это был по-настоящему трудный финал. Давайте поделимся эмоциями, прошу. Во-первых, я хотел бы поздравить всех участников медийной футбольной лиги с окончанием первой медийной футбольной лиги Казахстана «Фонбет». Пожелать нам дальнейших успехов, чтобы наша медийная футбольная лига развивалась, росла. В ней появлялись новые имена, новые герои. Я бы от команды «Спарта» хотел бы поблагодарить команду «Мұзбалақ» за такую достойную игру. Көп рахмет сіздерге. Действительно, была очень сложная игра для нас. Но по пенальти посчастливилось нам выиграть. Вот, я желаю команде «Мұзбалақ», чтобы она достойно выступила в следующем сезоне. Давайте, выигрывайте, кубок возьмите в следующем сезоне. Я искренне вам это желаю. Также я поздравляю нашу команду «Спарта» с победой. Молодцы ребята, достойно показали. Действительно, я видел, что команда «Спарта» среди болельщиков, наверное, нас считали лидером все-таки. И нам нужно было показать вдвойне хорошую игру. Но у нас действительно такой сложный матч получился. Команда «Мұзбалақ» приготовилась хорошо. Я благодарен. Вот у нас Абдулкарим Каримов, наш вратарь нашей команды. Он прямо перед игрой приехал. У него были съемки в Беларуси, в проекте. Вот он прямо перед игрой приехал, размялся, вышел. И когда было... у нас пенальти, он говорит: ребята, не переживайте, я 2-3 возьму, вы, главное, все забейте. Вот, ну вот, молодец. Я считаю его лучшим игроком сегодняшнего матча, потому что он отбил пенальти и принес нам победу. Молодец, Абдулкарим. Рахмет, Сергей. Спасибо всем. Қазақша бір айтып жіберейін, мынау финал өте керемет болды. Мына «Мұзбалаққа» шынымен бір шапалақ ұрып қойыңызшы қаттырақ, өйткені бұл жігіттер қандай агрессия жоқ, өзіміздің қазақилық бар, бір күшті ойын болды, адамгершілігі бар, бір күшті ойын болды да, бір бірімізден кешірім сұрап кетеміз. Арасында болды енді қатты бір ашуланып кеткен кезде. Мен ойлаймын, «Мұзбалақ» финалда пенальтиға дейін осы Боря братанның дұғасының арқасында жетті деп ойлаймын. Бореға бір шапалақ ұрып қойыңдар шынымен. Аха, дұға деген ол ең мықты ғой. Жігіттер, молодцы. Өте керемет ойын болды. Ал біздің жігіттер құтты болсын. Біз чемпионбыз. Қандай балақ? Қойшы. Ал ассалаумағалейкум, құрметті бауырлар. Енді бүгінгі жеңістермен құттықтаймын. И мынау МФЛ-дің лиганың жалғасын табады деп мен сенімдім, жалғасын табатынан. Содан кейін қатысушы командаларға міне бәрі айтты да, сендер тұтып ұстайды, бүйтіп ұстайды, жыламаңдар, ойнаңдар дедім. Любой команда, барлық сендермен ойнаған команда жылап шықты да бәрі. Ой, оларда мынандай ұруға болады, ұтуға болады ол команданы. Бүгін соның дәлелі. 0-0 ойнадық осындай мықты командамен. Жылай бермеңдер, ойнаңдар до конца, конкретно, любой начитывай айтам. Содан кейін жігіттер, мынау күміс, ол сүннет. Ал қыздар ғана алтын тағады, конкретно.
Ассаламу алейкум. Смотри, Артем. Кандай балак! Муз балак! Кандай балак! Муз балак! Артем, смотри, как надо. This is... Спарта! This is... Спарта! Вот так вот надо. Ой, кущ. Я хотел спросить у Алишера. Алишер, я видел, когда вы в самом начале перед пенальти собрались, ты говорил команде, что пенальти — это не лотерея. Да, что... Расскажи об этом, как ты считаешь, как должен проходить правильно пенальти, как его выигрывать? Алла әділдейт, сол себепті бүгінгі жеңіске біз тек қана ойымен ғана емес, морально, психологически, физически, бүкіл жағынан дайын болдық. Оны біз дәлелдедік. Мысалы, мен, мысалы, ойнамай-ақ чемпион болдым финалда. Это уже... Мысалы, көрсетеді, біздің чемпион болуымыз керек екендігін. Менің өзімнің бір сөзім бар, чемпион болу оңай, егер сен лайық болсаң. Сол себепті мен бүгінгі Спарта командасының кез келген жауынгерінен сол рухты, сол отты көрдім көздерінен. И міне, пенальти тепкен кезде де хладнокровно, уверенно барды. Сол себепті командаластарыма біріншіден рахметімді айтам. Екіншіден, Боря, братан, саған ешқандай әңгімем жоқ, бірақ та ер жігітке алтын жараспайды. Я күміш жарасады, бірақ чемпиондарға алтын жарасады. Дұрыс қой. Вот, чемпион болу керек, потом смело алтын тағып жүре бересің. Ал мұзбалақ қайтын кегені, жігіттер, вот достойно билис до конца, бұл еңбектерің. Бірақ та енді өткенде ғана прикол ұстап кетіп едік әдекеге. Я? Не деді? Олимпиадада екінші орын алып қалдыңдар деп. Енді ондай өздеріңе де тиіп тұр екен, сол себепті келесі жолда кішкене аз сөйлеп, көп дейсін жасау керек. Апам көлеңкеде отырып, әңгімені жібере береді дегенде, ойнамай чемпион болып тұрып, әңгімені беріп тұрсың ба? Достойно шығып ойнаған кезде мен сен айтатын едім, чемпионсың деп. Көлеңкеде отырып, зачем такой? Өткенде ар жақта қалай сөйледің, братан? Конкретно бар ғой, менің жігіттерім бар ғой, конкретно лучше. Сақтарын сынбасын жігіттер, иншалла бірінші жыл. Жыртамыз әлі. Енді қара қойшының сендерге қалады конкретно бір әні бар на, қара қойшыны. Давай на. Қазір аппақ қарды айтып береді на, давай. Нет, Боря, смотри, сегодня у Алишера было другое амплуа, он нас успокаивал, он был как тренер. Вообще, давайте поаплодируем, он просто нас собирал. Когда мы немножко психологически, нам было тяжело, он говорил, успокойтесь. Еще, пацаны, я вам честно хочу сказать, кроме уважения, у меня к вам вообще ничего нет. Вы изначально, как вы пришли, вот, допустим, мы профессионально подошли к этой лиге, и вы профессионально, даже на форум посмотрите, у вас есть команда, у вас, вы приходили на все пресс-конференции, вы рвали все пресс-конференции, вы любимчики пресс-конференции. Реально, когда вы приходили на пресс-конференции, другим командам было вообще интересно. Вы от пресс-конференции до и челленджи, и сами игры, вы все отработали достойно. Я хочу вам, знаете, что сказать? Вот, допустим, когда мы играли в высшей лиге, помнишь, второе место всегда дерзковато смотрится. Это везде было. Пирамида, помните команду? Когда второе место занимают, на следующий сезон они уже приходят как звезды. Вот они уже любимчики, помните, публики. Поэтому я вам хочу сказать, просто сейчас народ, я думаю, больше болеет за вас, потому что серебро дерзковато. Когда мы были, помнишь, кыргызам проиграли, потом пришли в новый сезон, мы уже приходили как лидеры. Вы уже в следующем сезоне будете как лидеры. Особенно за Борю. Брат, скажу, на организаторов Судангин, вообще он көрген жоқсыңдар да? Организаторлар, мен сендерге еш конкретно айтын. Бізде Ернар міне, вообще бірде бір гол жіберген жоқ. Сендер соны пропустили. Конкретно. Бұған бір нәрсе беру керек еді сендер. Конечно, біз беремін. Мен 7 гол соқ, бомбардир деп ештеңе ұратқан жоқ қой, бауырым. Саған да беру керек онда. Осын айтшы. Нет, что еще? Он вообще не пропустил. Нет, берет. Нет, именно, нет. Нет, если говорить по игре, да, вот, допустим, у нас группа была очень сложная, и мы каждый матч подходили к ребятам, потому что были кое-какие нюансы, и мы выходили, ну, биться. А как мы с вами договорились, что у нас будет дружеская игра, у нас не было никакой грубости. То есть мы каждый, я думаю, и вы кайфанули. То есть те команды, которые против нас играли, уходя после нас, они не получали такой кайф. Я думаю, вы сами от себя кайфанули, и вы обкатались на следующий сезон, и мы также обкатались. Я хочу, пацаны, вас в первую очередь поздравить. У вас действительно сильная команда, у которой есть будущее. Вы будете рвать шоу-матчи, мы будем болеть за вас в следующем сезоне, и когда вы будете против кого-то играть, мы будем приходить и поддерживать вас, пацаны. Бағана, бізде финал болып жатқан кезде, сендердің өлеңдері қандай еді?
Музбалах пен ойнамасын. Тағы біреу болды, тағы бір. Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай, Музбалах, менде сенің жақсы әнің болайын. Турасы жерде, андай, нағыз медиа команда екен көрініп тұр. Прям, біз өзімнің ішінен айқайлағым келіп тұрды. Ана жақта болельщиктер вообще. Сол себепті, жігіттер, Алла разы болсын сендерге. Рахмет, үлкен. Күшті өлең айтады екесіңдер. Иә, жігіттер, жаңадан бері енді пенальти дейді, лотерея дейді, профессионалды ойыншылар лотерея емес дейді. Мен де бүгін бірінші рет комментатордың орнында болдым. Ереге, барлық мақтаулар сізге. Ерегеден бір ауыз сөз сұрайықшы. Ереге, расында да бір матчты өткізіп алдыңыз, қызыл. Екі матч өткізіп алдыңыз, қызыл карточка. Бір матчта, екіншісіне сол себепті өткізіп алдыңыз. Бірақ дегенмен барлық МФЛ-дің ойындарында бірде бір гол жібермеді. Ойынның кезінде бірде бір гол жібермеді. Ол мақтануға тұрарлық нәрсе. Ерегеге бір аплодисмент. Это было мощно, это было красиво. Еще хочется сказать, вот посмотрите на Абдулкарима, да, и на вратаря Музбалах. Реально, вы сегодня были не хуже, чем профессионалы. Хотя ты КВНчик, да, и актер, мы знаем, Абдулкарим вообще певец. Можно поаплодировать этим пацанам, то, что реально они тащили звезды, звезды медиалиги. Ладно, понятно, что игроки на поле, они играют, а именно сегодня была игра вратарей, которую не пропускали вообще. Айтсам болама, негізі ассалам алейкум. Ең алдымен Аллаға шүкір осындай осындай дәрежеге жетіп, осындай пенальтиға дейін жетіп, өзіміз күш салып барынша тырыстық шыны керек. Сіздерді құттықтаймын, құтты болсын чемпионстарын. Және де Музбалақты құттықтам келеді, осы финалға дейін жетіп, қайсардай мінез көрсетіп, до конца барып кәдімгідей барын салып шыны керек. Енді менім жібермегенім осы, я, мен барынша тырыстым негіз өз үлесім қосуға командаға. Бірақ менікі ештеңке болмай қалды, ана пенальтин шығарған кезде, от сол кезде можды мақтануға шыны керек. Қазір мақтанатын да жағдай емес шыны керек. Өйткені пенальтин шығарған кезде уже бөлек әңгіме болар еді. Сондықтан Аллаға шүкір осындай ойынға келіп, ойын өткізгенімізге. Құттықтаймын тағы да. Рахмет. Эх, вас бы, вот лучших вас бы взять и в Габонтус. Ладно, друзья, ну что, Дида, давай планы на следующий сезон. Что будем делать? А, Карим, давай, Карим, давай, Карим, брат. Сколько? Четыре мяча ты потащил, два чуть-чуть, какой-то заступ немножечко. Расскажи свои эмоции. Ой, у меня эмоции положительные. Я вот говорю, с самолета же сразу на игру. Боялся тут недалеко, опоздать. По идее. Еще в Омске задержка 2 часа была. Я боялся опоздать, но долетел, значит, так должно было быть. Хочу поблагодарить Музбалах. Для меня это, ну, из всех команд мне как-то больше, ну, симпатия была. И я очень рад, что мы сыграли финал между собой. Вот. Хорошая команда. Игра равная, но вот по пенальти так получилось. В следующем сезоне желаю вам тоже победы. Вот. Чтоб все у вас получалось. Готовьтесь. Давай, чуть-чуть спой, Карим, чуть-чуть спой. И хочу, конечно, свою команду поблагодарить за дисциплинированность. Вот, всем большой рахмет за сплоченность. В следующем сезоне еще, надеюсь, будут, ну, команды, да, новые. Вот всем болельщикам хочется сказать рахмет большой. Вам, ведущим, организаторам, спонсорам. Вот всем коп-коп, рахмет от души. Спасибо, красавчик. Петь не смогу, брат, горло. Петь не смогу, азеке. Но. Давай, Дида. Жигитер, какие у нас смотрите, планы? Планы, да. Как в КВН, чемпион МФЛ пропускает сезон или как? Во-первых, хочется, наверное, поблагодарить наших партнеров всех. Это fondbet.kz, которые поддержали вообще проект и позволили всем ребятам приехать и находиться здесь, поиграть вообще на крутых аренах. Это в Шахтере здесь, плюс еще на Тарлан-арене. Всем ребятам, кто занимался организационными моментами. Также спасибо большое руководству компании Exit, которые дали нам транспорт. Благодаря этому мы, наверное, была в помощь больше организационные моменты. Мы, ну, легкостью это все преодолели. Плюс Meet Production, которые нам давали рекламу по всему Казахстану. Также Fest 425. Также M-Text всем ребятам, которые поддержали и вообще поверили в проект. В общем, планы на следующий сезон. Надо будет, наверное, завтра пару дней отдохнуть.
Потом полностью есть ребята, то есть у нас же креативная команда большая, в лице вас, ведущих, есть еще Асхат Сагитов, ребятам Иркебулан. То есть в плане организационных мероприятий можно еще нам подсобраться и еще дорабатывать. Какой бэкграунд у нас еще есть? Ребята сейчас из Москвы прилетят, они сейчас на игре, хочется тоже им большой привет передать. Всем надо подсобраться, проект рабочий, я думаю, лучше и лучше становится игра у самих команд, вы же посмотрели, то есть не было скучно, это была темповая игра, и все ребята отыграли 90 и еще 2 по 15, то есть мы могли, да, 120 минут, мы могли еще, ну, себе скидку сделать и сказать, давайте 90 и сделаем, все, ребята устали, и сделаем пенальти. То есть мы доказали, наверное, всем, кто нас смотрит, что можно, оказывается, быть творческим, бывшим спортсменом, действующим спортсменом, да, и заниматься любимым делом и мотивировать маленьких детей, которые завтра посмотрят и придут сюда к нам в лигу. Если даже они не станут профессиональным футболистом, ну, их сколько там, 5% становится, остальные могут прийти к нам. То есть прийти к нам, у этого проекта есть будущее, и еще, возможно, где-то обеспечивать свои семьи. Че там, кашан джойн ватсандар? Джуасандар, мы не экзы принчон. Секи, каха варамыз, братан. Нил, не дейсен. Біз на самом деле, катты куанамайтын командамыз да, бәрі білет, сабырлы. Біз катты не үшін куанамаймыз дейді, біз чемпион болып қоғамыз, жұлдыз лиганы алды, осын алды, куанамаймыз біз. Сендерде онда қанағат жоқ көп белесе бандар мал. Нені? Ойындал. Сагиге беріңізші, Сагиге. Саги, енді құтты болсын, базар жоқ. Қақта жуас? Как-то джоз конкретно. Где будете? Где утрамс? Фесте утрамс. Конкретно барамзавис. Да. Фестке бар, ехал кусок нан, причем я гайпе конкретно не берите. Нет. Еще хоть. Бар Флоренсды шахрам. Фестке шахрам. Ой, хорош. Давайте вот так сделаем. Смотрите, можно же нам. Давайте, может быть, сделаем такой проект. Нам, допустим, лучший из МФЛ сыграет с какой-нибудь командой из казахстанской премьер-лиги, а может быть со сборной Казахстана. Классно же будет сборная Казахстана против сборной МФЛ. Я думаю, у нас ребята есть все достойные, которые могут, допустим, сыграть против сборной Казахстана и кого-то могут заметить. Кому-то могут заметить, и эти ребята получат шанс играть дальше в профессиональный футбол. Давайте пацанам, самое главное, кто пришел у нас, ноунеймы, да, мы видим, в вашей команде были, в нашей команде, Джайдерман. Все этих ребят мы с уважением относимся. Если мы все соберем и дадим немножко им шанс, если они получат путевку в большой футбол, значит, мы двигаемся в хорошем направлении. Да. Біздің Саки, Сакиге браузуз, а біздің Жаманқұлов, Серке, браузу, берекш. Сеге кеңіш. Сеге кесеңіш, бір шабала құрып қойық, Секенің құрметіне. Бізге мотивация берген. Мне очень приятно было играть вот против легенды, действительно, на одном поле. Ты себя чувствуешь, насколько профессионально он себя ведет, и ты себя чувствуешь профессионалом. Можно вам тоже руку пожать? Еля, как-то Еля! Еля, киш, родной! Еля, нехта! Тюрмаека, Еля, шахрватор, киш! Вот, Еляман тоже, действительно, весь чемпионат о нем говорили. День с хтос, день баст, день бернче. Узага нам босын, на турнир уйти, керемет уйти. Медиа нарасында, диктермен танцы, бернче рет болуватыр, уйти көнілді. Әрдайым араларында қуанып, көнілденіп, жақсы көнілгеймен қайтам. Ойындарды өте керемет өтті. Өйткені мен көрген командалардың бәрі Жайдарман, сіздер бар, группада командалар өте жақсы, жақсы деңгейдегі командалар. Сол, турнир ұзағынан болсын, мықты турнир болсын, үлкен белестер болсын, үлкен мақсаттарға жете берейік, Құдай қаласа. Еще хочется, наверное, ребятам, мы же все равно делаем одно большое дело, да, сейчас команда SD Family защищает честь страны, поехала, уделяет там на три месяца уехать в Москву и играть в медиалиге, они сейчас хорошо идут, наверное, давайте им большой привет передадим, да, поздравим, чтобы они, ну, реально, мы посмотрели их состав, те ребята, которые не играли, не смогли заиграть, они сейчас в SD Family показывают хороший результат, то, что казахстанский футбол есть, они там доказывают, хотим передать привет, давайте, пацаны, выигрывайте там, а потом, я думаю, Спарта и SD Family нужен реванш, потому что в начале этого года мы вместе это начали, и пусть они там хорошо сыграют, мы здесь выиграли, и битва двух чемпионов, я думаю, будет хороший резонанс. Дида, да, Дида, братан, братан, сразу же индивидуем, жена медиа лига мен, Казахстан сборный футболы интеотро, он им безгигачишо ранг меда,
осы әр команданың банкі деп отқандардың арасында бір әдемі ойнымыз ұрға ма медиада? Жоқ. Бізде бір көрейік, доп теу, полияға жақын. Допустим, сборная Казахстана тоже надо немножко помочь в медиа плане, чтобы ребят узнали, понимаете, им тоже надо, благодаря вашим инстаграмам, мы можем также сделать пресс-конференцию, позвать их, немножко посмеяться, о них рассказать, их немножко одушевить, сыграть, а потом уже они, ну, будет понятно, вместе, допустим, после матча отметить. Это будет хороший проект, я думаю. В общем, уня мы сидится. Вообще, деп тұрма, вообще. Не ғой, мен енді бұл жерде... Вообще дейді, вообще. Бұл жерде, жаңа, мұзбалақта 22 номер, секенгді айтып атыр, 22 номер нас шаршатты дейді. Коля, алға шықшы, Елеман. Осыған бір ерекше бір шапала құрып қойыңыздар, жігіттер. Молодец, бүкіл бала шағасын тастап. Чина бар, Чина, кесе Чина сенде, Таразский жігіттер, бәр Таразың жігіттер мақтай береді деп ойламаңыздар, просто жақсы ойын көрсеткеннен кейін осы жігітке шапала ұрғызып атырық қой. Негіз, Серік ағамыз енді, Серік ағамыз жайлы енді ол кісіге. А, Тараз ба не? Базар жоқ, братан, бәсе Тараздың іші шықтар, жәнде жүгір жүрсең. Тараз, енді Коля, хочу сказать в финале правду, Коля не человек, он лошадь. Потому что біз оны ат дейімізді, ат сияқты жүгіреді ғой. Осындай жігіттер аман болсын. Осы жігіттер сборный Қазақстанда ойнау керек. Шапалақ ұрып қойыңдар осындай жігіттерге. Красавчик Коля, жаным ашын. Ахиллессің сен, Коля. Сосын жаңа банкіде отқанда бос қотпай әдемі-әдемі өлең шығарып отқан Жасөк Айтенге қол соғып қойды. Он шақты өлең шығарды, екеуін таңдап алдық ішінен. Е, нормально ғой. Жасөк, ойна. Ол шықты ма сен матчқа? Жаңа ғырымыздан көрініп жатыр. Оказывается, мен композитор екем жігіттер. Базар жоқ, Эля кімдер жақсы ойыншылар ғой, керемет ойыншылар, бірақ Айбекті айтып қояйық, Айбек өзі медийный лицо болса да, кәдімгідей защитада жақсы ойнады. Айбекке бір дуғыл шапала ұрып қойыңыздар. Және де мына құда балаларыңыз, мына құдалық қыл жіберсең. Барлықтарыңа рахмет, жақсы ойын болды. Сен ойнаған жоқсың ақыры да, базар жоқ, сөзіңде тұрдың, молодец. Бүгін әлшер екеуміз ойнамағасын, ойын қызық болды негізі. Ал жігіттер, Спарта. Екеуміз ойнағанда бұдан да қызық болып тұрады. Құрметті көрермендер, YouTube арнасында көрермендер, осы выпуске дәл қазір паузаға қойыңыздаршы, иә, дәл қазір паузаға қоямыз. Иә, қойыңдар. Қазір осыдан кейін қызық айтамын. Қойыңдар паузаға. Астына түсіп лайк басыңдар, лайк басыңдар. Иә, бүгінгі пресс-конференция чемпиондар жайлы, мұзбалақ жайлы бір-екі ауыз сөз пікірлеріңізді жазыңыздар, міндетті түрде пікірлеріңізді жазып кетесіздер. Болды, плейді басып әрмен қарай қарайсыздар. Құрмет көрермендер, жаңадан бері тамаша ұсыныс болды. FONBET Қазақстан Медиа Футбол Лигасының барлық 8 командасына да үлкен рахмет айтамыз. Спарта бастаған мұзбалақ қасында финалда болған Габонтос, Жайдарман, Уангейм, Хабар, Картоп, GoFoods командаларының барлықтарына рахмет. Және де осы 8 команданың ішінен сіздер өзіңіздің 11 адам Dream Team жасап, қандай сасап NFL құрамасын өздеріңіз комментарийге жазып кеттіңіздер. Ал қадымдар мен мырзалар, құрмет көрермендер, Спарта командасын тағы да бір рет жеңіспен құттықтаймыз. Мына кубокта! На кубокта! Там салға! Рұқсат етіңіздер! Спарта! Let's go! Все вызывает интерес. Мы участвуем. Ведь для нас это не просто спорт. Отбрось сомнения и играй ярче в новом сезоне вместе с FONBET. Прибет 5000 тенге новым клиентам по промокоду МФЛ.